Саратовское отделение общероссийской организации Саратовская Союз добровольцев России. Это спортивно-культурный клуб «Вместе». Это Саратовское общество трезвости и молодежное движение «Трезвый Саратов». Спортивный клуб «Максимум» сегодня с нами. Предоставляет возможность показать свою богатырскую силу. Сейчас на состязании Дарья Суворова, активист спортивного культурного клуба «Вместе». Мужики, смотрим, как девушка, настоящий казах, тягает, делает жим лежа. Не боится показать свою силу. Подходим, показываем свою богатырскую удаль. Проходим веревочный городок по правую руку от вас. Классный, позитивный день, в этот солнечный денек, когда мы празднуем этот замечательный день, приуроченный к 80-летию образования Саратовской области. Мы предлагаем встретить этот день весело, спортивно, трезво и жизнерадостно. Поучаствовать не только в лыжных состязаниях, но и пройти сложнейшие испытания, которые по силу настоящим мужчинам и прекрасным дамам и женщинам. Пройти веревочный городок предлагаем. Поучаствовать, богатырскую силушку показать с бревном. Попробовать поднять огромное бревно. Оно вовсе не надувное, но настоящее. Кто не боится, подходите, принимаем участие. Сегодня классно, весело, позитивно, трезво. Саратовское общество трезвости, молодежное движение «Трезвый Саратов». Общественная палата Саратовской области, администрация города Саратова вас приглашает принять участие в наших площадках.